Значит, что необходимо проводить? Если вы видите сухость и шелушение, то каков алгоритм действия? Можно проводить биоревитализацию с помощью таких препаратов, как Princess Rich, 70HI, Beatrice, именно гиалуроновую кислоту брать в вооружение. Если вы видите более выраженные проблемы со стороны сосудов в виде купероза или какие-либо покраснения сосудистые, сыпь, эпитехии в некоторых местах, то необходимо применять такие коктейли, а именно мезококтейли, проводить мезотерапию, направленную на укрепление стенок сосудов. Но опять-таки повторюсь, после месяца. Раньше времени проводить процедур не нужно. При выраженной атонии и обезвоживании кожи хорошим подспорьем и вариантом будет проведение биоревитализации и мезотерапии с помощью таких препаратов, как Лифтап и Дмай. Повышение местного иммунитета и выраженный противовоспалительный эффект могут давать препараты мезококтейли, которые, если вот мы в дальнейшем будем разбирать сейчас их состав, за счет чего проявляется этот противовоспалительный эффект, это такие препараты в линейке Beatrice, как Luminox и Ultima. Там активные компоненты направлены именно на повышение местного иммунитета кожи, что приветствуется в реабилитационном периоде, особенно когда уже прошел период более 4 недель, то есть более месяца. И в случае выпадения волос это улучшение микроциркуляции и питания с помощью мезотерапии, в частности мезококтейль Hair Grow из линейки Beatrice.